Всем привет! Сегодня 20 апреля 2024 года. Уже, правда, вечер, 8 час. Но мне что-то вот хотелось все время зайти посмотреть на Розарий Доброты, в каком он сейчас состоянии, возле Дворца пионеров имени Гагарина. Солнца, конечно, нет, но все равно давайте посмотрим. Уж больно название хорошее, Розарий Доброты. Наверное, мышиный гиацинт. Тюльпаны. Помню, там здоровая такая роза была, двухметровая, высокая. Да. Как-то гуляя здесь, я наткнулся на этот Розарий Доброты. Он мне что-то вот запал как бы в душу. Зайду. Ну вот сейчас мимо иду, зайду. Раньше тоже думал. Чтобы не думалось, надо зайти. Бог его знает. А к нам же не просто так голову мысли приходят. Сними то, сними это. Что-то нас торкает, какое-то творчество. Ну, тут что-то особо мало чего есть. В том смысле, что еще не расцвело. Но, видите, вот покрашено тут. Все попеределали. Роз этих нету уже длинных, которые тут осенью наблюдал. Клумба имеет вот такой вид. Ну, посмотрим, что тут вырастет со временем. Сейчас как-то так. Название хорошее. Розарий Доброты. Ну, в принципе, что, ухаживают, поливают, смотрю, рыхлят, копают. Значит, что-то вырастет. Уже что-то выросло. Подождем цветов, посмотрим. Розарий под охраной. Ты даже не знаю, как вот эти цветы называются. Я очень обрадовался, что вот пришла весна, что полезла травка, зелень. Совсем недавно были эти снег, лед. Такая неприятная погода. Сейчас уже и птички щебечут, и вот цветочки лезут из земли. И деревца вот уже распустились. Красота! Осталось только, чтобы водичка нагрелась, и можно уже на пляж ехать на велике. Чтобы потеплело еще. А то сегодня что-то где-то плюс 10, как-то прохладненько, еще ветерок. Вот. Вообще место тут хорошее, дворец пионеров. Ели такие высоченные, толстенные. Приятно на них посмотреть, молодцы. Вот. Шишки лежат. Кому шишки нужны, приходите, набирайте. Шишки. Шишки! Вот такие. Ну, что так? Для поделок, для каких-нибудь, не знаю. Хорошо. Ну, все, спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия Зарлова.